Здорово, народ, на связи Xperia, и я продолжаю играть хоррор-игры. Сегодня, ребят, мы будем играть новенькую хоррор-игру, которая называется Кадабра. Поэтому с вас обязательно лайк, не забываем подписываться на мой канал, кто еще до сих пор не подписан. И не забываем писать свои клевые комментарии. В 1957 году самая глубокая шахта Сибири была остановлена и засекречена сразу после ее запуска. Так, я так понимаю, мы спустились сюда на лифте? Ну, в принципе, все сделано вроде как на славу. Какая-то шахта. Ого. Так, дверь номер один разблокирована, хорошо. Здесь ничего сделать не можем. Так, наверное, буду немножко осторожно, а то мало ли что-то выскочит. Так, дверь закрыта, нужен ключ. Ладно, будем тогда искать ключ. Открою, может быть, эту дверь, может быть, там что-то... А, эта дверь не открывается. Письмо. Реагент А24. Разработка завершена успешно. Так, реагент, это получается вот эти колбочки, да? И зеленая в них жидкость. Так, давайте поднимем тоже рычаг. Так, дверь номер два мы разблокировали. Ага, вот наш реагент. Хорошо. Ну, в шахту, я так понимаю, мы идти не можем, да? Но я не вижу там просто никакого продолжения. Ладно. Все, дверь разблокировали, теперь мы можем сюда войти. Так, я вижу еще реагент. О, вон что-то идет. Что-то идет. Так, я кинул реагент. Он боится реагента, все, я понял. Я сперва думал, нам нужен этот реагент вообще куда-то использовать, ну, не знаю, типа куда-то залить. Потом смотрю, он типа выбрасывается. Ладно, нажму. Сработал. Так, подождите. А, что у нас в этой стороне? Давайте сейчас... О, вижу еще рычаг, который мы должны нажать для того, что... О, еще один реагент. Реагенты нам нужны. Хотелось бы получше рассмотреть нашего монстра. Надо вообще оглядываться, я так понимаю, он может выскочить откуда угодно. А, я отсюда пришел, стоп. Мне надо тогда в другое какое-то место идти. Ну, в принципе, атмосферненько. О, беги, беги, стой! Ну, монстра можно было бы сделать и получше, мне кажется. Возможно, разработчик в будущем это исправит. Ну, но реально, такая классная вроде как локация. И монстр, ну, немного что-то как-то не дотягивает. Ой, меня что-то убивает. Я понял, это реагент действует не только на монстра, а еще и на меня. Короче, из шахт выходит этот монстр, поэтому нет смысла мне... Правильно я сделал, что, наверное, туда не пошел. Я еще, кстати, не знаю, что у нас по жизням. Так, здесь ничего нету. О, письмо. А, ключ! Замечательно. То есть теперь я могу открыть... могу открыть камеру. Для запуска генератора обеспечьте давление в трубах. То есть нам нужно поворачивать трубы. Я понял, чем мне... Я подходил к трубам, но я ничего не мог повернуть. Может, нам какой-то ключ надо или что-то в этом роде, или винтель. Ладно, пошлите тогда, пока мы здесь откроем замок. Это было неожиданно, ладно. Что-то как-то не среагировал вовремя. Подождите, а где? Здесь, да, по-моему, был первый... О, стой, я видел, я что-то видел. Я видел справа. Давай, проходи быстрее. Блин, я видел, он справа, он в стену пошел.
Так, взяли... О, вижу. Блин, я теперь стремаюсь. Я просто видел, что он где-то шел. Он был где-то справа. Так, подождите, я взял... эти кусачки. Но мне надо ключ. Вон, вижу, вижу. Кидаю. Так, тут тоже надо стараться держаться подальше. Все, я понял, зачем кусачки. Нужно постоянно следить за спиной, чтобы он не напал на нас со спины. Так, еще реагента возьмем. Хорошо, что здесь дают нормальное количество реагентов. О, еще дали. Наверное, они будут, наверное, монстр будет чаще нападать, чем мы будем... Чем дальше будем в игре заходить, наверное, будет нападать чаще, потому что реагентов, ну, так нормально накидывает. А, гаечный ключ. Все, то есть, получается, мы им должны будем поворачивать. Один из шести вентилей открыт. Из шести. Вон еще один вижу. Неожиданная встреча. Так, здесь больше вентилей нету. А что здесь заколочено? Так, подождите, здесь, по-моему, есть вентиль, я видел. Резко влево, резко вправо, вот вентиль. Так, а здесь вентиля, по-моему, и не было, да? Я на всякий случай проверю, а то мало ли. Вижу, вижу, вижу тебя, падла, ты смотри, разогналась, а? Пошел в будку! Я вентиль откручиваю. Этот вентиль я открутил, да, я этот вентиль открутил. Подождите, где я еще не был? Там я тоже, по-моему... Подождите, а здесь я откручивал? А, там шахта, стоп. То есть мне надо вернуться обратно. А! Тихо, я не успел. Что ты со спины нападаешь? Ой, жизни у меня мало. Так, надо еще два вентиля. Давайте я вот так на опережение кину, чтобы он ко мне со спины не подошел. Блин, а где еще один вентиль? Еще один. Блин. Где-то что-то я пропустил, ребят. Где-то что-то пропустил. Не знаю, правда, ни... где. Где я мог пропустить? А! Тихо! Там я же нажал, я же нажал! Блин, еще один вентиль всего лишь надо. Но это не он. Да, это не он. Может, где-то в камере? Но этот я, по-моему, крутил. Да, я его крутил. Вижу, вижу. На, подыши, подыши. Реагента. Ладно, я прорвусь немного, давайте. Блин, я где-то пропустил какой-то вентиль. Я не понимаю просто, где вот этот, что ли? Да не, я его крутил. Тут-то вроде бы ничего нету. Может, где-то здесь, в самом начале, типа... Есть, все, вижу. Я на всякий случай уже кидаю везде. Еще кину. Блин, я не туда пошел.
Я надеюсь, мне жизни хватит. Так, давайте вот так еще кину. У меня еще 3 реагента есть. Я думаю, мне, ну, должно хватить, наверное. Так, свет в туннеле включен. То есть мне теперь надо в туннель? Вижу туннель, иду в туннель. Идет активная разработка. Пишите в комментарии ваши пожелания по улучшению развития игры. Спасибо, ребят. Мы прошли игру. Что я могу сказать? Игра-то, в принципе, прикольная. Игра прикольная, но вот с монстром немного прогадали. Монстра можно было бы сделать немного поинтереснее, ну, покриповее, да, вот такого криповости подать, в принципе. Но неплохо. То есть сама задумка классная. Это меня типа кто-то сожрал, но... Ладно, ребят, игруха прикольная, будем ждать обновления, достаточно атмосферная игра, единственное, опять же повторюсь, просто нужно додумать монстра, дизайнерские работы, сделать его немного, как по мне, покриповей. Ну а на связи был Экспировид, всем спасибо за просмотр, с вас обязательно лайк, не забываем подписываться на мой канал, кто еще до сих пор не подписан, и лепим свой клевый комментарий. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.